Так, наш слой подсох, он уже не липнет, прошло порядка 2 часов. Вот. И наносим следующий слой. Силикон я уже развел, замешал с утвердителем. Помещение плюс 19 градусов. Достаточно, чтобы силикон в течение 2 часов, может быть, 2,5 часов, силикон подсыхал. Закрываем всю поверхность, не забываем про технику безопасности, работаем только в перчатках, бережем наши руки. В общем, считаю, что готово. Все. Силикон нанесли. Ждем высыхания. И продолжим наносить следующий слой уже, когда этот подсохнет. Возможно, на нем мы уже начнем армировать. Посмотрим. А может и нет. Все зависит от того, насколько этот стечет вниз. Насколько будет видно слабые тонкие места. В общем, ждем, когда силикон высохнет.